Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. Здесь вот ранее мы выполняли утепление, делали устройство пароизоляции. В настоящее время здесь уже ребята приступили к отделке. Нашивается гипсокартон. И произошел один очень неприятный момент. Появились у нас на углах вот такие вот подтеки. Разводы. Ну, видно, что здесь штукатурка увлажнена. Хочу вам показать, из-за чего это произошло. Утеплено здесь все грамотно. Все запароизолировано, все перекрыто, все примыкания выполнили. То есть воздуху уходить некуда. Общее вот на этом участке утепления было, обратите внимание, 200, 50 и 50. Итого... теплоизоляции общий слой здесь вот на яндове вот в таком вот слабом месте потенциально опасном был 300. То есть о каких здесь теплопотерях речи быть в принципе не может. Но обнаружили вот такие вот допущенные ошибки. Сейчас вам покажу. Вот здесь вот у нас идет непосредственно яндова. Вот она, яндовная стропила. Здесь вот, видите, имеется подтек. Вот она. Ну и, собственно, вот эта вот водичка, которая у нас стекала непосредственно в угол. А из-за чего? Вот здесь вот имеются скобы, открытые в яндове. Вот они. Видите, они даже здесь надорваны. И, собственно, из открытых скоб происходит протечка. А вот здесь вот, наблюдаю с вами лед. Вот, видно, да, вот он промыкает. Здесь вот огромная наледь. Вот, собственно, результат того, что неправильно была сделана подкройльная изоляция. Имелись открытые места крепления скоб, собственно, они и привели к тому, что появилась протечка. Вот такие вот, казалось бы, незначительные технологические нарушения приводят к таким вот неприятным последствиям. Всегда рекомендую выполнять яндову корытным способом и очень серьезно к ней относиться, дабы не произошло подобных ситуаций. Всем пока. До скорых встреч.